Сегодня 13 января. 13 января 1913 года в Самаре состоялись лыжные соревнования. Всех участников разделили на 4 класса. Старшие, куда вошли опытные спортсмены, младшие, те, кто еще не получал первого приза, новички, лыжники, ни разу не участвовавшие в состязаниях, и детский класс, юные лыжники до 15 лет. Ровно 100 лет назад, 13 января 1920 года, в Самаре прошел парад войск Самарского гарнизона. Смотр посвятили победе Красной армии на Уральском направлении. Парад принимал командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе. Вечером в городском театре он выступил на торжественном заседании представителей партийных, советских, профсоюзных организаций и воинских частей. Ежегодно 13 января отмечается День российской печати. 13 день января в разные годы, а порой столетия, были рождены советский поэт-песенник Марк Лисянский, российский эстрадный певец Алексей Глызин, российская актриса театра и кино Ирина Апексимова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Васильева Коляда или Васильев вечер, он же Щедрый. Существовало поверье, что богатый стол, накрытый в это время, обеспечит хозяевам достаток на весь год. Также Васильев вечер наши предки считали удачным временем для гаданий. Таким было 13 января в истории. Позитивного настроения вам и успехов во всех начинаниях.